Человек, который вот все знает, и очень сильно матерную книжку, автор мало был, он вообще-то был от всех капитанской расчетки, не очень хорошо относился к русским, потому что русские думают, что они самые восточные западные власти. А между тем они самые западные восточные. Так вот хочу сказать, мы практически не идеальны. Мы двояко дышащие. Мы можем применять и политические технологии, и индивидуалистические. С моей точки зрения, это преимущество, если мы научаемся эту штуку использовать. Потому что Южная Корея, Япония и Китай научились из политических характеристик делать технологические скачки. Весь Запад стоит, конечно, на индивидуалистическом. Вот нам надо освоить способности двояко дышащие. Так вот, заключение. Знаете, Михаил Михайлович Пиранский, великий русский информатор, вернувшись в начале 19 века из Европы, сказал, что учреждения у них, конечно, лучше, а у нас лучше не лучше. Вот я хочу заметить, что сейчас это можно подтвердить статистикой, рейтингами и экономическими исследованиями. Когда мы говорим, что у нас высокого качества капитал, а институты низкого качества, на самом деле это институты, захватывающие рынки. Они не для развития, не для развития. Что же из этого следует? Мечта, конечно, это то, что институты подтянутся к уровню человеческого капитала. Это не так. Вообще нужно сказать, что мы тут уникальны. В мире 7 стран, которые высокий человеческий капитал боятся. Полиция, например, Украина, например, Словения, например. Так вот, рано или поздно совершенно не обязательно институт подтянуть счастье. По крайней мере, это обратный процесс. Умные, образованные уезжают. А сюда приезжают, даже если образованные, мы их используем на дорогах работы. У нас идет реально поделывание счастье капитала, только 16 лет учить не будет. В образовательной системе совсем не так хорошо. Поэтому на что надежда? Надежда на то, почему я считаю очень важны такие мероприятия, как это, как остров. Вот. Все эти разговоры очень разные. У меня есть надежда на то, что давайте попробуем использовать наш капитал. Если у нас есть не только человек, а есть новые элиты, то есть те, кто формулирует повестку и реализовывает. Вот если эти новые элиты могут занять сами огромные новые национальные области, выяснение всех людей, граждан правда, цифровой технологии, тогда у нас есть шанс на победу. Я вообще очень верю в то, что это реальный шанс, но в конце, как честно, должен сказать, что мой друг биолог, но предназначен, что сказал, Саша, на наших могилах будет написано, они заблуждаются истинно. Спасибо, я так